Материалы для плетения маскировочных сетей переданы нижегородским волонтерам Домом народного единства. Пункты по плетению сетей есть почти во всех муниципалитетах Нижегородской области. Под каждый сезон года там плетут сети своей расцветки. Было неспокойно жить, когда как-то надо поучаствовать. Но поскольку я на пенсии, я там какие-то большие деньги не могу и регулярно выделять со своей пенсии. А вот труд, время, труд. И я вот это нашла эту группу, услышала эту информацию, пришла и очень счастлива. Люди приходят сами, мотивированные, поэтому их не надо уговаривать. Как бы предложение многим делали, но некоторые сами. Те, кто сами приходят, они, конечно, делают это с душой. Душа плачет, хочется помочь. В нашей семье в основном женщины, а муж у меня уже пенсионер, и хотел свой вклад внести в победу. И поэтому сюда приходим, я работающий человек, я прихожу в каждую свободную свою минуту. Я, когда прихожу сюда и вижу сети, я понимаю, что я помогаю нашим солдатам, нашим мальчишкам, которых я, может, даже когда-то учила. Оставаться равнодушной просто невозможно. Дом народного единства были закуплены 57 рулонов специальной ткани различной расцветки, а также более 250 килограммов делей. Из этих тканей нижегородские добровольцы смогут сделать более 280 маскировочных сетей, которые в ближайшее время поедут на фронт к нашим ребятам.